Здравствуйте! Сегодня я прочитаю открытку своего дедушки, Фукс Бориса Абрамовича. Мой дедушка отправил эту открытку с фронта своей жене, моей бабушке. Очень ценно для нашей семьи то, что на момент, когда он писал и отправлял эту открытку, он еще не знал, что у него родилась дочь. Как это он почувствовал, для нас до сих пор остается загадкой. Но именно в день ее рождения он писал и отправлял своей любимой жене это послание. 3 апреля 45 года. Дорогой женушке, мамочке Женечке, горячий привет. Женюся, пусть эти розочки напоминают, дорогая тебе, о моей любви. Близок час, дорогая, когда мы опять будем вместе. Скоро победа. Крепко-крепко обнимаю и целую дорогую мамочку Женечку и Леньку или Инку, смотря кто родится. Жду, когда же я это узнаю. Несколько раз крепко целую, любящий тебя, твой Борис. Борис Абрамович Фукс прошел всю войну и встретил победу в Чехословакии. После Великой Отечественной Борис Абрамович прожил замечательную жизнь, дожив до 90 лет.